Смерть воробьям для людей никакой опасности. Вот уже третий день в павильоне «Овощи, фрукты» на Батуринском рынке живет ястреб. Залетела хищная птица в помещение через окно, гоняясь за воробьем. Залетела и обосновалась на балках под крышей. Птица регулярно парит над лотками с фруктами и орехами, осматривая торговую площадь. Сначала продавцы гоняли хищника, а теперь наоборот. Очень даже рады его нежданному визиту. Довольные, что он залетел, и воробьи не достают, не едят ни орехи, ни виноград, ничего не клюют. Он выслеживает, он зацепил, поймал, съел когтями, приземлился, начинает перышки сначала с него сбрасывать, а потом медленно кушает. Сколько воробьев съел уже? Ну, мы не считали, я не знаю. Ну, утром завтрак у него был. По словам продавцов, питается ястреб 3 раза в день. И это, как правило, воробьи. Администрация рынка о случившемся сообщила в госохотинспекцию. Специалисты ведомства прибыли на рынок и вынесли заключение. Поймать ястреба они не смогут. Мешает сложная конструкция под крышей рынка. И хоть опасности для людей хищник не представляет, тем не менее выгнать из павильона его необходимо. Этим в вечернее время, сегодня или завтра, и намерена заняться администрация рынка.